Каждый должен что-то оставить после себя. Сына или книгу. Или картину. Выстроенный тобой дом. Или хотя бы возведенную из кирпича стену. Или сшитую тобой пару башмаков. Или сад, посаженный твоими руками. Что-то, чего при жизни касались твои пальцы. В чем после смерти найдет прибежище твоя душа. Люди будут смотреть на взращенное тобой дерево или цветок, и в эту минуту ты будешь жив. Не важно, что именно ты делаешь. Важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником. Первый пройдет, и его как не бывало. Но садовник будет жить не одно поколение.